Потом проигрыш, а потом А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, да, потом, только после этого, да? Теперь, Дарья Антоновна, значит, вы можете по куплетику писать, это не страшно, можно не писать на свой все, можно писать с остановочками. Ну, просто здесь были значения, эти ноты. Да. Ну, и как заучено. Как вам удобнее. Если вы попадаете в фонограмму, ради бога. Так, Гриш, фонограмма сильно лезет в микрофон? А пробуем потише тогда еще раз, да? Давай, включай же водичку. Тишина. Если хочешь много знать, много подобиться, обязательно читать, должен научиться. Азбука, азбука, каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она. Буквы надо написать аккуратно в строчку. Надо их запоминать. Хорошо, оставляем так. Все, да? Оставляем. Вам наушники не нужны, да? Нет. Да. Хорошо. Наушники не используются. Значит, ребятки, все замечательно, вы классно поете, классно, вы молодцы, умницы. Но очень грустное настроение. Мы же азбуку изучаем, да, и всех должны заставить эту азбуку изучить, да? Поэтому весело, весело, и текст, прям каждое слово кусаем. Ладно? Все, можно, первый дубль. Второй.
открытие запишем сейчас. Да. Нам поможет прочитать она, вот это очень фальшиво, да? Да, припев можно переписать просто. Мы сейчас один сделаем дубль, потом мы будем еще почистим, да. Сейчас один. Мы поняли, Мишень, давай мы это сейчас третий запишем, потом мы там второй, третий вариант сделаем и там потом почистим. Третий. Стоп, там вступление. А, Миш, а там у нас первый, второй, третий раз с вступлением, они подряд они идут. Последний. А мы еще не дошли до последнего, до Фанита. Мы еще.